Сегодня в библиотеке имени Фазу Алиевой состоялась встреча с близкими погибших военнослужащих Каспийска в ходе спецоперации на Украине. На мероприятии присутствовали представители администрации города, председатель собрания депутатов Абдул-Вахид Джаватов, заместитель командующего Каспийской флотилии Сергей Ракаускас и другие. Разрешите мне от себя лично, от лица командования флотилии, командования Южного военного округа, выразить слова глубочайшего соболезнования. И в то же время слова благодарности вам за то, что рядом с вами выросли, находились настоящие мужчины, настоящие защитники своей Родины. В ходе встречи глава города Борис Гонцов и военный комиссар Марат Пашаев передали государственные награды – ордена мужества близким погибших военнослужащих. Высокой награды за подвиги посмертно были удостоены старший мичман Заур Амаров и сержант Севзали Ферзалиев. Указом президента Российской Федерации 6.22 года номер 357 за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, наградить орденом мужества Амарова Заура Махатовича, старшего мичмана. К сожалению, посмертно. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, наградить орденом мужества Ферзалиева Физали Гамзатовича, сержанта, посмертно. В завершении встречи руководство города провело личную беседу с родственниками погибших солдат. Каждому из них будет оказана необходимая помощь и поддержка.